Дорогие наши друзья, мир вам! Мы живем в очень необычное время, время переживаний, время боли, последнее время. В связи тех событий, которые происходят на Украине, мы хотим стать соучастниками той помощи, которую оказывают многие. Господь положил нам на сердце провести необычное служение. Мы хотим оказать помощь тем, кто находится в трудных ситуациях жизни. Беженцам, которые приехали в нашу страну, в которой мы уже живем долго. И Бог благословил нас всеми дарами своими. И мы хотим оказать помощь тем, кто только приехали сюда. Поэтому это приглашение и обращение к вам, если вы являетесь беженцем, и вы приехали с Украины, и вы нуждаетесь в помощи. Наша церковь готова откликнуться на это, и мы хотим немножко ближе познакомиться. Мы хотим поучаствовать в вашей жизни. Мы хотим оказать вам помощь финансовую и духовную. Хотим ближе познакомиться. Библия говорит слова Иисуса Христа. Кто принимает одного из меньших сих? Вы это делаете для меня, говорит Господь. И даже тот, кто подаст кружку холодной воды, он имеет награду от Господа. Господь действительно благословляет нас, нашу церковь, наши семьи. И мы хотим поучаствовать в той нужде, которая есть у вас. Поэтому мы планируем провести служение. Служение, которое состоится у нас 19 числа в 6 часов вечера этого месяца. Адрес он будет высвечен снизу в этом объявлении, но мы хотим пригласить вас, чтобы мы могли вместе провести время, имея общение с друг другом, познакомиться немножко больше вместе поучаствовать в служении, и мы хотим оказать вам помощь. Помощь в финансах, помощь, может быть, в каких-то необходимых вещах, которые, ну, так необходимы, когда человек только приезжает в эту страну. Каждый из нас когда-то приехал сюда, и мы нуждались в помощи, а сейчас мы имеем возможность оказать эту помощь вам. Поэтому мы бы очень хотели вас пригласить разделить общение с нами, познакомиться немножко ближе и просто оказать эту помощь во имя Господа. Потому что в этом и наша награда, и ваше благословение. Пусть Господь благословит всех вас. Ждем вас 19 числа здесь, в Доме молитвы, Церковь Эммануил. В 6 часов вечера пусть Бог вас благословит.